Друзья, всем привет! Начинаем ремонт колеса своими руками. Для этого нам понадобится набор из магазина, набор для ремонта колес с помощью жгута. Также нам понадобится нож. Далее идут вещи, которые должны присутствовать в наборе. Это игла, которой мы будем засовывать жгут вовнутрь колеса. Также шило, сами жгуты и клей. Но клей не всегда идет в наборе, то есть и не всегда бывают такие вот полные наборы. Так что надо смотреть, чтобы в наборе был жгут, шило и игла. Клей, в принципе, можно купить отдельно, резиновый клей, или использовать бензин. Далее нам нужно определить, где у нас прокол. Ищем его с помощью воды, проливая методично все колесо. Если у нас прокол обнаружен в виде самореза, болта или еще каких-нибудь гвоздей, то, в принципе, можно обойтись и без воды. Если у нас прокол от самореза или еще какой-то железной штучки, то мы просто берем и удаляем этот саморез. В моем случае это саморез. Мы его достаем, приподнимаем чуть-чуть с помощью отверточки, чтобы можно было подлезть кусачками или пассатижами. И аккуратненько, методично это дело расшатываем слегонца и вытаскиваем. То есть вот такими вот покручиваниями. В моем случае это был саморез. Достали его. Берем шило из набора по ремонту и вставляем его. У меня шило как рашпиль. Немножко нам нужно зачистить отверстие и расширить его. То есть просто вставляя шило, мы делаем несколько круговых движений вращений или туда-сюда. Зачищаем его и оставляем, чтобы колесо у нас не спустило. Отверстие определено, подготовлено. Далее берем жгут, отрезаем нам один жгутик, тот, который нам нужен, и начинаем его подготовку. Вставляем шнур в иглу. Шнур вставляется довольно-таки туго, поэтому нужно постараться, очень постараться, чтобы его туда вставить. И, в принципе, можно использовать подручный инструмент, такие как пассатижи, то есть, чтобы помочь своим пальцам и рукам его туда продеть. Потому что оно вставляется прям вот реально туго. И учитывая, что там еще вот эта клейкая основа на самом шнуре, ну, помогайте пассатижами. Продеваем его до середины. Смещаем его так вот ближе к ручке. Хорошо, нужно промазать теперь нам клеем. Промазываем наш жгут со всех сторон, со всех четырех сторон. Не боимся при этом запачкать саму иглу. То есть обильно промазываем. Нам нужно, чтобы этот клей, жгут, материал, который находится на моем вот этом жгуте, он растворился. Его как раз клей растворяет, и бензин его также растворяет. То есть если нет клея, в крайнем случае можно воспользоваться бензином. Наша рашпиль, шило, и вставляем нашу иглу, смазанную со шнурком, смазанную клеем. Усилие здесь должно быть приличное, при этом колесо должно быть накачано. Когда мы вставили, мы должны оставить примерно 0,5 сантиметра минимум жгута, или даже больше. Ну, до половины должны его вставить. И потом резким движением, очень резким, мы вытаскиваем иглу вверх. Внутри, получается, прорезается наш шнур. Почти прорезается. Потом берем острый нож и срезаем аккуратненько под заподлицо, как говорится, нашей шины. Не порезав шину, конечно. Срезаем жгут. Срезали, и все. То есть ремонт закончен.